народ, салют, меня зовут Слим. Со мной Таха, Ахимас, Амир, Быба и Дым. Примерно так начинался наш второй альбом в 2008. Знаете, что было потом? Примерно через год или полтора началась Санта-Барбара и понеслась жара. Кто кому поверил и кто с кем остался? В грязном белье иногда опасно копаться. Можно испачкаться и подмочить репутацию, но отмазаться так, что не подъебаться. У каждого свой талант и моя совесть чиста. Я крепко сплю, когда закрываю глаза. Их было трое сначала, теперь осталось два. Но вдвое сильнее будет новая волна. Так было надо, чтобы понять до конца, кто должен остаться, а кто поменяет цвета. Со мной мои коты, пацаны, которые рядом. Это легенды про Центр, а не Елены. Ребята, московские акценты, районы квадратами. Подкинув вверх, качели возвращают обратно. Ну и что там будет, будут ли скандалы? Может там замес из-за развал расклады? Или там не будет нихера вообще? Ковыряли обезьяны на друг друге в шее. Говорили мы подохнем, говорили стухнем, а мы тут живые. Даже что-то мутим, многие хотели одарить венками, а при этом вышло, что скончались сами. С первого альбома вырвались вперед, мы есть у полива нас, а нам до пизды. Мы ведь из столицы, это у наша флейва. На втором альбоме появилась боеба. Кто-то вот загнался, есть кого купили. Мы позлились часик, а потом забили. Пили, ели, мяли, вот бля привязалась. Я пойду тому и Слиму с минус запись. Ну а нам наплевать, что о нас говорят. Собралось два типа и еще четверо ребят. Написали альбом про легенды о нас. Под продукт Саурека, всем респектик от нас. Ну а нам наплевать, что о нас говорят. Собралось два типа, еще четверо ребят. Написали альбом про легенды о нас. Под продукт Саурека, всем на пасик от нас. Всем на пасик от нас. На-на-на, как там, блядь? На-на-най, на-на-най, на-на-най. Забыли. Я так не стану звездой. Yeah. Качели возвращают обратно. Легенды про Центр.